Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня будем делать классную, а самое главное нужную вещь из старого диска от бороны. А что из этого получится, смотрите далее в видео. Всем приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайки.
Вот и получился у нас отличный самодельный казан для приготовления вкусной еды на огне. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь. Ну и, конечно же, ставьте лайки. Всем пока-пока.